Депутаты Тверской городской думы одобрили планы по благоустройству площади перед будущим дворцом бракосочетания областного центра. По завершении всех работ там появится скульптурная композиция, изображающая венчающихся Михаила Тверского и его супругу Анну Кашинскую. Повестка очередного заседания включала в себя всего три вопроса. Первый – принятие в первом чтении изменений и дополнений в устав города. В частности, перераспределены между муниципалитетом и областью вопросы, касающиеся градостроительной деятельности, организации транспортного обслуживания населения. Кроме того, для депутатов, занятых в Думе на непостоянной основе, установлен максимальный срок отсутствия на основном месте работы – не больше 5 дней. Были и другие нововведения, которые приняли народные избранники, рассматривая первый вопрос. Мы внесли изменения в устав города Твери, связанные с изменением федерального и регионального законодательства в соответствии с этим законодательством. Обсуждая второй вопрос, депутаты одобрили проведение 28 октября публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений и дополнений в устав Твери, принятому в первом чтении. Третьим пунктом повестки стало обсуждение проекта благоустройства площади перед будущим дворцом бракосочетания. Парламентарий волновал вопрос удобства подъезда и парковки автомобилей с молодоженами. Будет доступен подъезд для свадебных кортежей однозначно. Сейчас мы просто планировали, решали вопрос, как, чтобы эти места для подъезда кортежа не были заняты машинами, которые могут там парковаться. Есть разные варианты, из шлагбаума, без шлагбаума. Поэтому в процессе благоустройства данной площади, я думаю, будут рассматриваться разные проекты. Также, рассматривая этот вопрос, депутаты одобрили установку перед дворцом бракосочетания скульптурной композиции. Всех участников свадебных церемоний будут встречать небесные покровители Верхней Волжья – Михаил Тверской и Анна Кашинская.